И всем привет, с вами я, Александр Сучков. И в этом видео я бы хотел вам показать, как заморозить или просто как попробовать симку заморозить. У нас есть обычная симка МТС, то есть она рабочая и она работает. И во многих видео на YouTube можно увидеть то, что некоторые люди замораживают телефоны вместе с симками и с батареями. Но я решил этого не делать, а сделать немного попроще и заморозить только симку. В общем, давайте мы это начнем. Так, стакан пустой у нас. Видите, обычный стакан. То есть в нем ничего нету. Итак, сегодня мы заморозим эту симку и в этом стакане. Замораживать мы будем в морозилке, в холодильнике. Ну что ж, приятного вам просмотра. Заранее подпишитесь на мой канал Нубас. Мой ID ВКонтакте 53 55 44 63. Подписывайтесь, добавляю всех в друзья. Итак, друзья, как можно заметить, мы налили воду. Точнее, я налил воду в этот стакан. Сейчас, то есть без обмана, я буду кидать вот эту вот симку МТС. То есть она рабочая, реальная, это не фейк. То есть реальная такая симочка, которая реально выглядит. То есть вот она блестит даже, можно это заметить. Вот так вот она блестит. В общем, сегодня я хотел бы вам это показать. В общем, кидаем ее туда. То есть вот так я могу вам показать. Все, она в воде, то есть она в воде, это можно заметить. Давайте я туда засуну руки, ну-ка ее переверну, вот так. То есть можно заметить то, что она сейчас находится в стакане воды. Эксперимент заключается в том, что мы закинем эту вот симку в морозилку. И попробуем, будет ли она работать или нет. Если она будет работать, то значит эксперимент удался. Вот. В общем, запихиваем эту чашку в холодильник. И завтра мы ее достанем и проверим, как это будет все выглядеть. Итак, друзья, мы заморозили нашу симку. То есть там можно проглядеть то, что она есть. Да, там видно то, что оно есть. Теперь я даже не знаю, как я это все буду ломать. Как-нибудь вот так, может? Нет? Лед, ребят. Заледенело, я не знаю даже, как это будет. Сейчас это все делается. Так. Так. Нет. Нужно, короче, вот этот вот лед, вот эту вот всю штуку. Подождите. Нет, не пробивается. О, все. Выбили. О! Ребята, вот такой вот лед. Блин, капает. Короче, ладно. Вот. Наша симочка. Там внутри. Вот это вот все лед. Уже понятно? Да. Так. Выдираем теперь эту симку нафиг отсюда. Блин, а как я ее выдержу-то? Блин, вот. Короче. О, сошла краска, ребят. Немного. Можно заметить то, что краска сошла немного с симки. Или незаметно. Не, заметно, наверное, будет при съемке. Но теперь не так, не такая краска, как и была в начале. Можно даже сравнить. Да, вот здесь даже еще что-то появилось. Так, ну короче, симка вот она. Мы ее разморозили из этой вот. Вот из этого, короче. И вот это, из этой штуки. В общем, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. И мы сейчас
Будем тестировать, будет ли работать вот это вот все на телефоне. Сейчас воткнем симку и попробуем, работать будет или нет. В общем, ребят, мы его в этот телефон сейчас позвоним, короче. Короче, продолжение следует. Итак, вот сейчас будет звониться. И видно то, что телефончик звонит. То есть симочка работает, ребят. Все это рабочее. Все. Ребят. То есть симка реально рабочая и она работает реально. Ну что ж, мы заморозили симку, она работает, так что что будет с телефоном, мы не знаем, потому что, наверное, будет скоро на моем канале такой эксперимент позже про телефон. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр еще раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на Бас, пишите комментарии под видео и всем пока.